Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков лично оценил один из самых крупных спортивных объектов Успенского – футбольное поле с современным искусственным покрытием. Спортивных объектов в Успенском немало. Руководство территориального управления с особым вниманием подходит к развитию спорта. По пути в местную среднюю школу депутату удалось увидеть еще одну новую достопримечательность села Успенское. В центре сквера, рядом с памятником погибшим землякам, появилась карта контрнаступления советских войск под Москвой 1941 года. Успенская средняя общеобразовательная школа была основана 80 лет назад. Летом здесь отремонтировали 6 классов. В ближайшие дни завершится реконструкция спортзала. На втором этаже полностью заменена электропроводка. Проведены ремонт отмостки, крылец и пожарной лестницы. Но ряд вопросов остался. Требует вообще переосмысления вся эта история. Как организовать полноценный образовательный процесс в Успенском, это серьезный очень вопрос. И решать его надо на более высоких уровнях, конечно. Но школа вместе с тем обладает квалифицированным персоналом. Учителя, педагоги с высокой преданностью и относятся к своему делу, очень переживают за хорошие результаты. Дмитрий Голубков побывал и в поселке Сосны. Здесь есть отличное место для развития полноценной зоны активного отдыха. Планы по благоустройству парламентарий полностью поддержал. Содействие депутата будет, кстати, и в других масштабных проектах. Мы входим сейчас в период начала строительства Дома культуры в Горках Десятых. Вот буквально вчера получили последнее положительное заключение экспертизы, выполнили все требования надзорных органов, и буквально через 10 дней у нас начнутся уже масштабные работы. Это котлован, это техника, это бетонирование. И мы порядка 2 лет будем только в процессе строительства, это в Горках Десятых. У нас на очереди в рамках губернаторской программы это ремонт Дома культуры здесь, в поселке Сосны. Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации для ремонта ДК в поселке Сосны уже начались. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».